Что думают о женщине, женщины-поэты и мужчины-поэты? Мужская точка зрения. Всего одно свидание. Всего одно видение. А в жизни ожидание, в груди приобретение. Во встрече необещанной, нежданной и божественной я чую, входит женщина. Вся вылита из женского, из мягкого и нежного, из теплого и вкусного, из чистого и грешного, веселого и грустного. Вся вылета из лучшего вина, что выпить надо, надо бы. Ах, черт тебя научил сидеть с ногою на ногу, когда такие линии вычерчивались сами. Приникните, прильните к ним глазами и губами, и спеть это сравнением. Волнение не вечно. Нам предстоит старение и превращение в нечто. Уходишь в мир огромный, не обнятый мною, а я, как обворованный над радостью земной.